Всем привет! Сегодня мы посетим Тынский храм. Тынский храм – это народное название. На самом деле он называется храм Девы Марии перед Тыном. Тын – это внутренний двор, который раньше был купеческим центром. Тынский храм – это достопримечательность, которая сразу привлекает внимание тех, кто приходит на Староместскую площадь. Высота его 80 метров. Прогулки по Праге нельзя представить без знакомства с вкусной чешской кухней. И до чего же приятно, проголодавшись, заглянуть в один из местных кафе и подкрепиться. Фриш и
Danke schön. Danke schön.